Итак, друзья, приветствую вас. Я снова на базе Жэньшэнь. И сейчас покажу, как выглядит база в, скажем так, в летний период без снега. Итак, внимательно смотрите, ничего не пропустите. Так, друзья, заходим на базу. Смотрите, какая красота сразу идет, рыцарь. И вот она, аллея шикарная, ой, зеленая, брусчатка все выложена. Смотрите, какая красота, вообще супер. Вот лавочку можно посидеть, цветочки, красиво, зелень, тишина, спокойствие и главное чистота. Смотрите, вот он, памятник без снега. Вот номера, вот, пожалуйста, цветочек, вот еще один памятник. И теперь идем к бассейну. Вот, видите, какая интересная штуковина. Вот, и вот эта красота. Сейчас покажу, как это будет выглядеть ночью. Вот, вот люди шашлычки жарят. А вот так вот выглядит центральная аллея. Вообще классно, прикольненько. Что значит сделано с умом для людей. Идешь в бассейн и красиво, приятно идти. Прям замечательно. Вот, посмотрели, как ночью. Теперь идем в бассейн. Все чистенько, аккуратненько. Поднимаемся, открываем дверьку и попадаем в бассейн. Вот, сегодня никого здесь нету пока еще. Вот такая вот, смотрите, чистейшая вода. И вот такая вот красота. Полный ролик смотрите по ссылке ниже у меня на блоге. А это как бы обзорный, показать, как это выглядит все без снега. Так что классно. Теперь выйдем, я вам покажу, что здесь. Вот, вот так вот пройдемся. Еще как бы рано, людей нету. И смотрите, цветочки, красиво, классно. Видите, чистенько, вода. Вода меняется, напоминаю, не то, что торчит тысячу лет, она каждый, через день меняется. Чистейшая минеральная вода. Вот так вот. И вот это вот мини-джакузи. И вот два новшества. Это кресло, на которое можно сесть и посидеть, покататься. Классно. Мелочь, а приятно. Так что вот так вот. Два кресла. Вот там еще одна фотозона. Так что приезжайте в Жэньшэнь. Круто, прикольненько, чистенько. И отдохнете и поправите здоровье. Вот видите, сейчас пока только всего одна мамуля с детьми. И все, никого нету. Ну, это так бывает крайне редко. Обычно здесь очень-очень много. Ну, как много. Много людей. Так что приезжайте, отдыхайте и наслаждайтесь. Да, чуть не забыл. Мангалы также возле каждого номера также убираются. И вот теперь вот эта красота без снега. Кому-то захочется сфоткаться, пожалуйста. Вот все вот эти вот аппараты к вашему, так сказать, рассмотрению. Можно прям даже здесь, кто хочет. В общем, как-то так. Если чуть-чуть выйти из базы Жэньшэнь и пройти вправо, то можно увидеть вот такую вот лабу. Обалденно. Знаете, какое течение. Вы только посмотрите. Мощь, красота. Ух, классно. Вот, прогуляться можно здесь по набережной Отсыпано. А вот это вот мост, через который мы въезжаем. Тренировка приостановлена. И выезжаем. Вот такая вот красота. Вот туда и направо. Вот, класс. Специально пошел. И сейчас стою на мосту. Вот такая вот красота. Горы.
водичка, лес, комары, в общем, все. Если бы вы это видели, как так классно стоять на мосту и смотреть на всю эту красоту вокруг. Супер, 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 супер. Ну, там не супер, а вот здесь, вау, класс. Я только для вас, рискуя жизнью, сполз вот оттуда вот, вот по камням, для того, чтобы вот эту красоту вы увидели. Вау! Видите, как классно! Это лоба! Класс! Вон там люди отдыхают, сидят. Ой, я вообще балдею, как прикольно здесь, а! В глубину? Не спрашивайте, я не знаю, чего там такое. Ну, я думаю, в следующий раз приеду, надеюсь, скоро. Попробую, все-таки горная речка, она, наверное, холодная. Попробую. Ну, так что посмотрите, послушайте, как классно. Так что, друзья, приезжайте в Жэньшэнь, переходите через посадочку и спокойненько наслаждайтесь. Я вам, видите, в полном походом амбулеромандии гуляю, наслаждаюсь на базе отдыха Жэньшэнь. Здоровье поправляю, а по лобе гуляю. Приезжайте в Жэньшэнь и ходите гуляйте по набережной. О, красота! Рекомендую!